Привет, друзья! Вчера на стриме решил вспомнить старую сборочку на MP5 и решил полностью пересобрать для себя винтовку СПР. Получилось очень такой нагибательный комплект, весьма универсальный и мобильный. Вот, поэтому, если кому-то интересен этот комплект, можете собрать такой же. В конце этого видео я подробнее расскажу о нем. Также, ребята, в голове вчера появилась одна замечательная идея. Эта идея следующая. Под этим роликом вы оставляете комментарии со своими сборками, со своим комплектом, с которым вы, возможно, бегаете. Я возьму с этим комплектом топ-1, и в следующем видео этот комментарий с этой сборочкой попадет в новый видос. Ну и по старинке не забудьте прожать лайк, нажать на колокольчик, также подписаться. Кстати, если у вас не работают уведомления по каким-то причинам, рекомендую перенажать на колокольчик, это иногда помогает. Вот, поэтому приятного просмотра. Контракт. Ну, можно сходить его сразу сделать. Чё там, тем более. Уезжает куда-то. Я еще и каким-то макаром его быстрее, кстати. Это очень странно. А что он хотел сделать? Есть инфа, что он хотел сделать? Чел когда приземлился. Ква! Да, именно ква. От копа мне стрелял. Его накажем. Нормально? Сюда. Всех там сейчас по очереди почпокаем. Так, ну что, первый здесь. Вот он убежал направо. Можем заметить, он в кустах. Второй там. Чуть подальше. Эй, вставай. И еще где-то один должен быть. По нему пока инфы нет. Так, ну я знаю, что у меня на пожарке еще было двое. Это прям инфа сотка. Так, один наверху. Благо, у меня есть чем его выкуривать. Nope. Сейчас выкурим. Фак. Маленький крысюк. Так, надо топчик брать. И все. Сейчас чел уже будет ждать. Вот здесь много народа. Так, туда бы надо. Это еще и цель моя была, да? Охренеть. Забавно. Да хорош там закупаться, чел. Там лежит, что ли? Ah!
Видали, как резко наводит? Молодец. Надо было хилиться, я думал, это нормальный чел, а это такой себе. Да нельзя лицом просто торговать, когда этот в городе стоишь, в опене еще при этом. Наша Наташа здесь сидит. Ошибка, чел. А, он Наташу убил. Давай, спрыгивай, я жду. Надо делать бизнес, брат. Oh, надо делать бизнес, брат. Мама говорит, надо делать бизнес, брат. Oh, надо делать бизнес, брат. Папа говорит. Не вести на вкус не было. Да, ты чел меня заколебал кататься уже? Говорил, заколебал кататься. Зона меня покинула. Так, еще один, да, такой же. Да what the fuck, я запрыгнул! Я его хочу убить фул. Он меня больше всех сейчас бесит. Он подхилился вообще, нет? Это надо проверить просто. Там он кого-то еще задавил? Серьезно? Он кого-то в кустах задавил, прикинь. А что, может, к нему прогуляемся, нет? А, он подхилился. Меня тут напрягает все это дело. Где-то же еще челики должны быть. Я их ни хрена не вижу. Так, у меня еще вон там чел бежит. Побежал. И вот чел. Все про всех знаю. Моё это, чел. Бир, ты в истории. Ух, каточку на завтра. Нормально. И на YouTube оформили. С новыми ганами. Ну, со старыми ганами. Но сборки прикольные. Мне прям вообще зашли. Ну чё, кто будет смотреть на YouTube, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчики. Про эти все. Но главное лайк поставить и коммент оставить. Вот все. Топчик оформил, сейчас сборочку покажу. Сборочка. Сборочка великолепная просто. Вот она. Вот эта снайпа мне вообще капец как зашла. Вот именно она шустрая, капец. Монолитка. Третий ствол, лазер, оптика, этот X7 и вот это заднее. Вообще, блин, просто крутяк. Все равно в голову стреляешь, так или иначе, все круто. Боеприпасы вообще можно не брать, блин. И так с двух патронов ваншотят, поэтому, в принципе, смысл какие-то боеприпасы тут брать. Единственное, что, ну, скорость пули, ну, и так нормально, я считаю.
Вот. Ну и МП7 решил с оптикой взять. Прикольная тоже штука. Не знаю, быстро прицеливает. Плюс... Где тут еще точность, по-моему, была, не знаю, но потом ее потащу. Но мне так больше нравится, чем с этим, с мушкой. Монолитка, тактический третий на скорость прицеливания. Можно от бедра поставить, но тогда будет прицеливаться немного дольше, а это минус лицо. И рукоять наемника, и 45 магазин. Такой прикольный комплект. Пользуйтесь, прикольно, можно играть.